Не ругались, нет? Нет. Только, считай, зашли все. Я выставил роли и все. Это четвертый дубль, кстати. Или какой, пятый? Че? Какой это дубль? Пятый. Смотри, это что, инсургент, что ли? Да. Да-да. Так, я... Летчик будет постоянно под обстрелом. Может быть. Я в автобусе. Я что-то слышу. Паранойя. Вот сейчас уже никакая не паранойя. Это отчетливо слышно. Че у меня хуже, толстяк? Ты хотел похудеть? Не. Ты сам говорил. Угу. Потом когда-нибудь. Завтра? Да. А сегодня не хочешь уже? Не. Ну какая засада. Ну смотри. Знаешь, как похудеть? Встаешь, бегаешь по утрам. Ты скажи, что-то я не очень хочу, да? Я к бегу буду там на работу. Отлично. Получается? Вообще охуеть. Особенно когда давай опаздываю, постоянно бегу. Я тебя бегущим никогда почти не видел. Меня почти тоже никто никогда не видел бегущим. Ну на физкультуре в технику не перебегал. Это был быстрый шаг. Очень быстрый. Очень быстрый шаг. На грани легкого бега. Ты хоть утром ешь перед работой? Я до утра сплю. А потом ходишь в сушу везде. Потом ходишь в сушу везде. Да? Сушу везде. Да. Секунды. Вот кто. Но. Вообще невероятный человек. Эти двое в тюремном автобусе. Класс. Хоть же нормально пацанов словили. Не знаю. Над паранойя сыпят нормальные пацаны. Там паранойя и самолеты разбей, а? Блядь, не будет. Повыше не сделай. Ты что, посмотришь, как я лечу? Нет. Ну вот, видишь. Сиди не молчи. Я тебя вижу, что ли? Да, лучше бы ты не видел, а то у тебя сейчас это... За сердце хватался каждый раз. Сердце это кусок мяса. А? Сердце это кусок мяса. Ну все, хватался каждый раз за сердце. 3 минуты. С половиной. Это паранойя. А, я тебя вижу, вон он.
Сбивай этих мудаков. Как мне открываться от застребителей, блин? Просто летай за ними и все. За ними? Да. Они за мной должны летать. Мама тут бунтует. Ну все, я сел в вертолет. Я его вижу, этот застребитель дурацкий. Подожди, я сейчас отвижу. Я ему на ход сел. Ну че он так херово летает? Включил ускорение. Для истребителей или где? Помнишь, как вся жожа летал? А? Помнишь, как вся жожа летал? Но? Ну вот, тоже медленно. Че я у него на хвосте сижу? Какая разница? Ты только его не обгони. Но. О, попал. А? Падает. Блин, ты сам не уходи там. Упал. Пойду вторую уничтожу. Вон там он. О-о-о. Я пустил за ним дадут пару ракет. Попал. Еще один сбоку. Да, я вижу, у меня тоже отображается же. Блин, как далеко. Он далеко. Ты за мной там не летай рядышком. А? За мной рядом не летай. А. Бля, передо мной. А я вижу. Че, я сажусь тогда? Зачем? Не садись, пока они это. Не садись, пока что, пока они не это? Ну, пока не вызвали этого. Позыка. Нет. Вижу еще один там. Да ебана мать, да сколько их сюда? Их тут бесконечно будет. Пока это. Они не вызвали, они будут появляться. Пока. А мне что, на этот аэродром садиться, где я гружусь? Да. Че? А ты видишь другое место? Тогда я помню, вообще в какой-то канаве сели, блин. Получилось? Ну вроде да. Кое-как. Ну когда в первый раз Дрожковского делали, мы в какой-то канаве сели. Да, лечу, летаю, беглец получаю. Здорово. На людей грец. В башне не врежься. А. Смотри, как взорвался мой стиль. Да, я вижу. Блин, еще один. Бам. Да как же они надоели эти. Попал. Летуны. Я ж потом вам еще, вас еще прикрывать от этих летов. Ты взлететь потом сможешь? Если что. А я смотрю на них. Ёп. Я на территорию дерьмы залетел. Не надо туда залетать. Я понял уже. Я посмотрел, как у них дела, они на половине пути. Отлично. Можешь помочь им, кстати, если хочешь. Да ну их. Я полетаю к истребителю. Помоги им, кстати, лучше. Я не убью. Не знаю, постреляй там по солдатам. Это недолго будет. Так сойдет. Пусть сами справляются. Скажешь помочь, помогу. Снот паранойя. Помощь. Взаимопомощь. Вот когда попросят, тогда и помогу. Ой, я получился. Во. На тебе, на тебе. Кажется, не попал. А нет, попал.
мой медкита. Так, менты стягиваются уже на аэродром. Прям передо мной один. Чего они там долго нет, блядь? Подожди, я ментов уберу немножко. Чё, блядь, как ты подрезал? У меня же топливо кончается, только висит в воздухе. Угу. Так, вон он, истребитель. Слышь, ты куда летишь? Сзади истребитель же. Далеко не улетает, нет. У меня бы цель остался. Бе-бе-бе-бе-бе. Я не могу его. А вот. Дима. Нет, попал. Да, нормально вроде все. Как же они задолбали, а? Истребители? Да оба! Что истребители, что эти два клоуна? Где они? Не знаю, вроде уже подходит к выходу. За что им платят, блядь? Я им не платил еще. Но у нас за что им было оплачено? Ай. Блин, он улетает. Стой! Истребитель, уклонись. Блять, рядом было. Ты аккуратней там. Копов убери. Каких? Они на этом. На начале посадочной полосы. А как же истребитель? Ну сними его, как я не знаю. Долго его снимаешь. Все, он сам снялся. Так, готовься. Да-да-да-да-да. Слышь, а тут на копов наводится же. А? На копов наводится этот. Чего? Я говорю, ракеты на копов наводятся. Да, я знаю. Давай-давай-давай. Посадил птичку, посадил птичку. Я вертолёта снимаю. Всё, я сел, давай. Да при чём тут я? Я сижу на земле, где они там? Сопроводи их сюда. Чё-то копы, копы, ну, копы. Они чё, перевернулись? Нахуя копов, блядь? Они дребезжат там чё-то. Вот за ними джип полицейский, убей его. Я тут всё убираю. Блядь, только вы меня, сука, не врежьтесь, уроды, блядь! Да, да что ты загородил там, не путь? Кто этот? Быстрее, блядь. Машковский, сука. Всё? Нет, нет, нет! Черт! Блять, Игорь, аккуратнее! Уйди, уйди! Блять! Нормально все. Сзади ракета взорвалась. Нормально все, по-твоему? Конечно. У меня ракета сзади взорвалась, потом нормально все сейчас было. Конечно. Черт подери, блядь. У меня хвост, по-моему, обгорел. Ты на чего не летай, блин. Слышь, я уже теряю копов, а ты. Да, да, да. У меня ракета чуть-чуть не врезала.
Я даже немножечко опотел. Я сейчас ракета чуть не врезалась из тюрьмы, которая вылетела. Я успел вверх уйти. Я же тебе говорил на тюрьму не летать. А я забыл совсем, я не вижу куда лечу уже. А карта тебе для чего? Хуй его знает, для чего не карта. О, у него рожа вся красная. У кого? У этого, у Рожковского. Ну его побили, видимо. В крови какая-то вся рожа. Не, ну у него изначально немножко в крови это лицо. Да. Или там пулевые следы видны? Какие-то, ну как будто крови брызнули в лицо. Блять, это круг ебучий, высоко. Поднимайся потихоньку, ты чё? Я и забыл. Всё, давай. Вы в мои винты не врежьтесь, я там внизу. Все по винтам полетите мне. А где мы вертолет взяли с Рожковским? Какой вертолет? Этот? Да. Это Мерри-Везер. А чем мы это здание делали? Не знаю. Типа, у Мерри-Везера проводится учение. Иди забери. Так нет, мы это здание делали или не делали? Нет. Как не делали? А с кем ты его делал, успел? Вертолет? Да. Смотри, вертолет, это типа, ну, сказал этот мужичок. Типа. А, все понял, это у этого. Я у Мерри-Везера успел. Вот, Pacific Standard. Или как он там называется, это? Лаборатория-то ебучая. Да, там. Давай, садись. Только обойди аккуратно, а то там винт. У меня дырка в спине. А я не знаю. Давай, сиби. Давай, садись. Давай. А кто стреляет? Я. Кустик, не врешься. Я могу управлять ракетами, пока сижу и прыгаю. Отлично. Миссия выполнена. Да. Здорово. Было супер. Да, более-менее. Давай, где пойдет нахуй. Чё, бронза-то охуели, что ли? А я серебряный. Потому что это мы с тобой ничего не делали, типа. Фига себе. Вот вам и... это... побег из тюрьмы, видим. Подразделение Рожковскому 1% или меньше. Ага. Видим подрывника. А, зато бессмертей.